Добро пожаловать на пересадочную станцию. Перед тем, как мы отправимся во вселенную Сталкера, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и поставить лайк. И приготовьтесь, мы отправляемся. Над зоной застыло сплошное серое небо. Сталкер по кличке Волк выпустил сигаретный дым и отложил сигарету в сторону, вглядываясь в противный грязный небосвод. Он заставлял Волка думать о том, насколько быстро настигнет его смерть. А смерть в зоне – дело обыденное и неудивительное. Когда Волк вновь затянулся, он заметил. К его импровизированной стоянке подходил сталкер в рваном плаще. Очевидно, одиночка. Волк пригляделся. Точно, одиночка. «Можно присоединиться?» Сталкер улыбнулся. «В зоне нельзя по-другому, если подходишь к чужому костру, будь добр спросить разрешения остаться». Волк вгляделся в черты лица одиночки и понял, что тот совсем еще молодой. «Садись», – нехотя сказал ветеран. Мысли о скорой смерти там, где человека могут убить за классный ствол или даже за пачку патронов, прогнать было не так просто. «Юра», – представился сталкер, который сел прямо напротив волка. Волк прекрасно понимал, в зоне имен нет. Однако решил не зацикливаться на этом и просто предположил, что Юра – это прозвище. «Ну что расскажешь, Юра?» Ухмыльнулся ветеран, вновь выпуская дым. Волк почувствовал вибрацию на левой руке. Это на наладонник пришло уведомление. «Погиб сталкер. Леший. Место смерти – темная долина. Причина смерти – кровопотеря». «Что там?» Без особого интереса спросил Юра. Проявлять излишний интерес к личным делам других сталкеров в зоне было зачастую опасно. «Некролог. Нашего кровосос загрыз». В разговоре повисла пауза. «Выпьем?» Вздохнул Юра, вытаскивая из рюкзака бутылку с наполовину оторвавшейся этикеткой. «Нет», – возразил Волк, – «не пью». «И правильно», – улыбнулся Юра. «В зоне она только во вред будет». Ветеран снова затянулся. «А ты слышал про Семецкого?» Вдруг спросил одиночка. «Кто ж про него не слышал?» Воскликнул Волк. «Хочешь, расскажу, что с ним произошло?» «Ну, валяй». «Раньше, как можно догадаться», начал Юра. «Семецкий был обычным сталкером. Ну, приехал он в зону, через кордон прошел и, как многие новички в зоне, решил до монолита дойти. Стало это его тайным желанием. Он готовился к этой ходке, понимал, конечно, что совсем непросто будет, деньги собирал с продажи хабара. И вот настал час, когда Семецкий решил, что пора отправляться. Удивительно, конечно, но до монолита он добрался, все же опытный был. А желание у него было понятное и простое. Он хотел стать бессмертным. Семецкий озвучил свое желание монолиту, да тот исполнил его. Ну, неправильно как-то. Вот теперь Семецкий умирает все время». «Да ладно. Это же просто вирус. По 7 раз на дню такие уведомления приходят. Ну не может же это вправду быть», – возразил Волк. «Думай, как хочешь. Но ведь был же такой сталкер Семецкий». «Не знаю, правда это или нет, но скажу одно. Лучше уж пусть Семецкий умирает, чем наши ребята один за другим». «Ладно, пойду я», – улыбнулся Юра. «Спасибо за гостеприимство». «Тебе спасибо за рассказ», – хмыкнул ветеран. «И удачи». Одиночка быстро зашагал в сторону бара, как вдруг Волк заметил, что тот шагает прямиком в аномалию. «Осторожно!» – крикнул было Волк, но оказалось поздно. Юру со страшной силой втянуло в центр воронки, будто бы сжало в плотный комок, а затем разметало в клочья, которые осыпались на землю. Вновь завибрировал наладонник. «Погиб сталкер. Юрий Семецкий. Место смерти – свалка. Причина смерти – попадание в аномалию гравитационного типа». С возвращением. Если вам понравилась вселенная Сталкера, обязательно напишите об этом в комментарии.
Если же есть какие-то вопросы и предложения, также обязательно об этом напишите. Ну а чтобы отправиться в следующее путешествие, просто нажмите на одну из иконок на экране. И до встречи в следующих мирах.